интересно, то есть неправильно ли мы поняли, что вы собираетесь совместно с Меджлисом провести это мероприятие? Нет, мы хотим, чтобы ответственность и проведение этих мероприятий, как это и предусмотрено соответствующим постановлением 92 года о дне памяти жертв репрессий, это было такое действующее еще на сегодняшний, чтобы это мероприятие проводилось на государственном, республиканском уровне при участии общественности. Поэтому мы обратились, чтобы был срочно создан оргкомитет, и чтобы в этом оргкомитете были представлены все. И чтобы от имени оргкомитета, от имени власти, весь Крым, а не только крымские татары, а не только отдельные крымские татары, приближенные господину Джемилеву, да, претендовали на право скорбеть лучше, чем другие, извините.